Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Мы сейчас находимся на улице Стефан Джумари. Снимаем рабочую комиссию по приемке объекта, терминария законченных работ. Работы, значит, объект начинается от светофора, пешеходный переход с улицы Михая Витязу до моста через реку Реут в сторону улицы Байдукова-Корчеван. Стоимость объекта... Я точно сейчас вам не скажу. 12 миллионов 200 тысяч лей. С учетом дополнительных работ. С учетом дополнительных работ, которые были выявлены в процессе производства. На этом участке проводилось обновление покрытия улицы. Мы сняли асфальт, подрядная организация до существующего основания, до бетона. Уложен выравнивающий слой, придан профиль дороги и сверху положен мелкозернистый асфальт. Все. Кое-где были выполнены тротуары, где не лежала такая светлая плитка. Будут установлены ограждения, разметка вы сами видите. 8-8-16. По площадям как вы? Общая площадь 20... Насколько по общее, я не говорю отдельно тротуары, отдельно проезжую часть, 22 тысячи квадратных. Я вижу. Общее. Отдельно там есть съезды выполнены. Работы выполнял подрядчик из Кишинева, общество с ограниченной ответственностью, «Ноуконс». Объект переходящий выполнялся с ноября прошлого года. Вы видели, когда он закончился, этот участок мы в апреле сдали. Приступили к следующему. Спасибо. Работы завершены. Сегодня проведена рабочая комиссия по завершению работ. Предлагается принять в эксплуатацию с некоторыми незначительными замечаниями и дать время на подрядной организации на устранение этих замечаний, потом провести окончательную комиссию оконченных работ и принять окончательно объект в эксплуатацию. По улице Штефан Чулмарина, участке от улицы Михая Витязу до моста через реку Реву. Протяженность этой дороги? Протяженность дороги 1050 метров, протяженность погонных метров, не считая съездов, а, как я говорила, порядка 20 тысяч квадратных метров. И время, сколько ушло работ на это? Начали работы в ноябре, вы все знаете, месяцы, и вот завершились мы. Сегодня ставим ограждение, завершили. Мы работы, в принципе, в апреле месяце на первом участке сдали, открыли проезжую часть, а этот в августе. Но большие были проблемы у нас с приданием уклона на этом участке, сделали дополнительные ливнеприемники. Врезали существующую ливневую канализацию. Там кое-где прочистили новую, восстановили канализацию. Ну, дорога может быть эксплуатирована. Значит, работы выполняла подрядная организация «Ноуконст», общество с ограниченной ответственностью, город Кишинев, которая выиграла этот договор в результате тендера. Спасибо.